Всем доброе утро, ребят. Ну, о чем у нас сегодня? Как всегда, как обычно, утренний обзорчик. Посмотрим, что у нас поменялось, что интересного есть. Поехали. Начнем, как обычно, с нашего русского сервера. Так, с бинго. Ну, такое себе. Жара в Castle Clash. Это донатная акция. Кузница, значки почета. Ничего такого. О, добыча пирата есть. Хорош. А, так, хрустальный. Ну, ничего себе. Давно не смотрел, но по сути поменяли награды в хрусталке на русском сервере. Ну, такой интересный хрустальный сундук. Сундук чар. Смены. 300 пыли, в принципе, довольно-таки неплохо. Так, добыча пирата. Так, мы не заходили. Забрать. Сундук с эмблемой Prime. Ну, чтобы сказать, что оно прям мега-мега-мега супер вау, я бы не сказал. По сравнению с другими, я думаю, на английском тоже сегодня пират будет. Так, окей. Что у нас еще такое интересное? Поехали, заберем в парящем. Оп. Плюс 100 камешков. О, ничего себе. Ну, это просто мега вау, ребят. Вы знаете тогда, что сегодня будет. Единственное, надо будет выбрать рандомайзер. В общем, два за прошлую неделю. Халявные огники, по сути. Опять на русском халявные огники. Ну, как относительно, конечно, если сравнивать с другими пыль. Но еще и дополнительно бонусом. 6К самоцветов. Вот так вот. Так, окей. В принципе, с русским все понятно. Поехали дальше. Поехали на немочку. Посмотрим, что у нас интересного на немке есть. Так, с немка. Немка, немка, немка. Смотрим по ивентам. Один зефир. Ну, хоть так. Так, здесь я не могу плюшки забрать. Так, базар, набор накопления. Он был такой скин. Это все донатная тема. А вот это вот для бездонов. Посмотрите, за 1100 самов коробочка. Ну, 5 первых, конечно, такое себе. За 5, но вот за 11 75 эссенций. В принципе, неплохая тема. Плюс карточки разные. Довольно-таки неплохо. Так, что еще интересного тут есть? Ну, тут обычно такие акции. Кроме этого, бонус. Больше пока ничего интересного нет. Ну, зефирка 5 штук. Ну, это опять это донатный. Первый приз 10 рун всего лишь. Такое себе. Так. Окей. Поехали дальше. Посмотрим, что у нас дальше интересно. Но пока, кроме русского, точнее на русском, самое интересное сегодня. Это халявные огники. Такс, 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 такс. Шоппинг спри, тауэр, трэжи, чест, донатные, флиппинги, смэш энд твин. Здесь ничего не меняют, единственное, поехали посмотрим, что у нас на шоппинг спри интересного есть. Так, шоппинг спри.
Что интересного? Добавили новые итемы. Такое все остальное. Карточки. Всего лишь 5 карт. Маловато. А, и открыли Бога Грома. Ну, Бог Грома такой себе. Ну, это уже беспонтовая акция. По сравнению с пиратом в нее играть бессмысленно. Так, хрусталка есть. Смотрим, хрусталка 50. И 50-ка сверху дают, нифига себе. Так, 200. Ну, здесь повеселее, конечно, чем на русском сервере хрусталка. Пиратище однозначно круче. Сейчас я вам покажу пирата. О, смотрите. Мы вчера прошли эту черту. Потом позабираем эти плюхи все. А, так, окей. Я даже не заметил. Остров. Один зефир. Кстати, я хотел посмотреть, что у нас по пирату, поменяли, не поменяли. Не, не поменяли, но по сравнению с русским сервером это намного топовый пират. Смотрите, два хранителя сразу же, причем с первых 1200. Восьмая эмблема. Зачем я здесь играю, я правда не знаю. Вот так вот. То есть, как видите, плюшки довольно-таки неплохие. Так, окей. Окей. Поехали дальше. Смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас Тайвань еще остался. И забежим. Попробуем забежать на iOS-ик. Так, Тайвань. А я пока запущу AS-сервер. То вчера полностью перенастраивал все, то я не знаю, как там у вас будет и по звучанию, и по всему, надеюсь, что нормально. Так, что у нас на AIS, на Тайване интересного? Ничего такого нет. Нового героя так не продают уже открыто, как на других. Ничего. Ну, все те же паки. Кстати, до сих пор таки сумок не продают. Вот как ни странно. Сумок пока нету. Так, это мы на аккаунте с роллинга. После вчерашнего роллинга вы его сегодня тоже увидите. Обалденнейший получился. Так. Тут всего лишь 5. И на немке, кстати, тоже 5 осколков. Так, это я собрал. Такое. Как видите, на Тайване ничего тоже интересного, по сути, нет. Так, поехали. Попробуем запустить наш iOS-ик. Так, есть. Смотрим, что у нас тут интересного сегодня. Магазинное безумие, то же самое, как и на английском сервере, правда не знаю, как по итемах, сейчас посмотрим. Ну, здесь начали продавать осколки нового героя по 10 штук, видите, на айсе все-таки начали, посмотрите, обновили реально награды, осколки, рунки, ну остальное такое же. Некоторых итемов больше, некоторых меньше, но Apex камней здесь нет. Серега так и говорил. Проблемы с Apex камнями на AS-сервере больше всего, так оно и есть. Так, найм героев есть. Рулетка, набор, это такое себе. Разбиватель. Ну, такой себе разбиватель. Нехти. Добыча пирата. Такая же, как и была. Вот так вот третью карту вытащили с бесплаточки. Так, и
островок. Я тоже вчера на нем трэшевал, показывал вам. Ну, рынок такой же, как и на английском сервере. То есть ничего такого нет. В общем, вот так вот, ребятушки, поэтому готовьтесь. За 2 недели и попозже, я не знаю, либо видос, если получится, то стримец, потому что стримы пока подвисают. Возможно, днем попробую, будет получше, но вечером это нереально. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.